Привет, зайцы! Снова пятница и снова итоги недели. Все по стабильной схеме. Брэд Питт уходит в музыку. Шакира стала продюсером музыкального шоу. Начинаем. Брэд Питт теперь не только актер и винодел, но еще и владелец звукозаписывающей студии. Вместе со своим другом он займется реставрацией Miraval Studios. Двери музыкальной студии откроются летом 2022 года. В свое время там записывались AC/DC, Элтон Джон и другие звезды. Наталья Орейро впервые посетила Россию после получения гражданства РФ и приняла участие в фотосессии. Тематические фото выполнены в стиле сериала «Дикий ангел». Также певица поделилась, что очень рада стать русской и даже планирует однажды отметить Новый год в России. Певица Марина Хлебникова впервые после пожара сама вышла в социальные сети. В своем инстаграм она выложила голосовое сообщение, где поблагодарила за поддержку всех неравнодушных. Она сообщила, что будет стараться почаще выходить на связь, а вся официальная информация будет в ее инстаграме. Карди Би вся в бриллиантах. Ее трек «I Like It» получил платину. Она стала первой рэпершей в мире, в портфолио которой сразу три трека с бриллиантовой сертификацией. А на этом у нас все. Ждите следующую пятницу и следующие итоги недели. Слушайте лучшую музыку на Зайцев.нет. Читайте лучшие музыкальные новости на Зайцев News. Всем пока!